Маленькие карагандинцы уже получают первые новогодние подарки. Настоящий праздник с участием сказочных героев и веселой программой состоялся в магазине детских игрушек «Играйка». Среди маленьких гостей также провели лотерейный розыгрыш призов. Словом, ни один ребенок не остался без внимания. Подробнее в материале Аиды Ибраевой. В окружении множество подарков и игрушек под звуки веселых сказочных песен детишек на предновогоднем празднике в магазине «Играйка» порадовали настоящий Дед Мороз, Баба Яга и другие. Руководство магазина решило поздравить с наступающим праздником маленьких карагандинцев и организовало множество сюрпризов. По словам директора магазина «Играйка», такие мероприятия здесь проходят не в первый раз. Все наши праздники и акции мы в первую очередь проводим для нашего города, для наших покупателей, наших карагандинцев, всех детей, всех взрослых с наступающим Новым годом, счастья, здоровья, много-много веселых и радостных дней. Новогодняя лотерея была организована в три тура. Наборы для Барби, машинки, игрушечные гармошки и много других подарков было разыграно среди гостей праздника. Нужно отметить, что довольны остались все. Я пришел сегодня выиграть приз для племянницы. Ее зовут Кармаза. Выиграл. Мне очень понравилось. Надеюсь, в третьем туре я тоже выиграю. Оксана Великанова пришла на акцию без детей, но это не помешало ей выиграть главный приз «Снегокат». Подарки к Новому году уже готовы, радуется мама двоих детей. Эмоции переполняют. Приедем домой, детям очень понравилось, хорошее мероприятие. В следующий раз прям всей семьей придем. Магазин детских игрушек «Играйка» каждому детскому празднику организовывает различные мероприятия, ведь каждый маленький карагандинец здесь является долгожданным посетителем. Аида Ибраева, Тольген Рашитов, Марат Култенов, Первый Карагандинский.